Как правильно относиться к Шабалу? Асах, валь-арджах, то есть самый правильный пост в месяц Шабалу, нужно вначале закончить, если у кого-то долги остались в месяц Рамадана, закончить поститься Рамадана. Например, кто-то был в сахаре, кто-то болел в месяц Рамадана, у него осталось там 2-3-4 дня, вначале закончить, восстановить, потом уже поститься 6 дней. Почему? Потому что если он еще не закончил, у него еще не закончил Рамадан. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мен шар Рамадан», кто пропастился месяц Рамадан. И поститься можно подряд, можно в разные дни. То есть, ну, обязательно, чтобы это было в месяц Шабан. Поэтому некоторые ученые дали дозволенность женщине, которая, может быть, там не постилась из-за беременности, которая, может быть, у нее были женские дни, то есть у нее много накопилось дней вот эти кала, то ей, да, некоторые из ученых позволяют и сказали, ей можно пропаститься в начале Шабана, а потом уже восстановить долг, если у нее много дней накопилось. Но если, алхамдулиллях, 2-3-4 дня, то правильно будет, чтобы выйти из всех разногласий, вначале закончить месяц Рамадан, потом уже поститься в Шаввале. И также намерение, когда делать намерение на пост Шаввале. Мы знаем то, что в Рамадане мы делаем целый месяц намерение. Намерение, оно когда? До того, как наступит салат аль-фаджр, утренняя молитва. Касательно добровольного поста, то можно делать намерение до салат аль-дух, до обеденной молитвы. Как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям один раз пришел домой и спросил до намаза дзухра днем, есть ли у нас что-то покушать. Его супруга сказала: «Ма'ада ашей», ничего нет в нашем доме из еды. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инни саим», я тогда буду поститься. Но некоторые ученые говорят, что Шаваль к этим добровольным не относится. Почему? Потому что они полноценные дни, которые идут после Рамадана. Поэтому лучше, чтобы выйти из разногласий, делать намерение до салат аль-фаджр. И опять же, если он возьмет, ну, дозволено сделать намерение до зухра намаза, то есть в дневное время. Но опять же, если он возьмет намерение до зухра, то его награда поста будет с этого времени начинаться. Если он раньше возьмет намерение, то у него дольше будет продолжаться награда за его пост.